такой вечер в деревне. 2 июня, воскресенье. Все никак не угомонюсь. Новое поле под Минском, 30 километров. У нас. Это моим новым подписчикам. Вот, позвонил друг на перили ольхи. Просили сделать качели. Посмотрим, что получится. Никогда не делал, но взялся помочь. Докошу утром. Надо этот лук осилить. Поскольку сено хорошее, курочкам надо. Времени на все катастрофически не хватает. Тогда мы уже угомонимся. 60 лет исполнилось человеку. Блин, как же время летит. Кошмарики. Вообще. Не успеешь оглянуться. Впереди 7-й десяток. Ё-моё. Сова, мне самое то. Днем было очень жарко, но нагнало тучи, пошел дождь. Только он прекратился, только вышел, снова начал накрапывать. То есть как-то вот так туча набежит, ветер нагонит тучку, дождик даст. То есть не угадаешь. Но всем посадкам сейчас необходим дождь. Вообще пойдут расти. Такой хороший летний дождь был. Кстати, после него очень просохла быстро трава, и косить было комфортно, не жарко. Косилкой тоже классно, но не для всего. Трава-то нужна и для удобрения, и для подстилки на сено. То есть ждут меня ребята. Сейчас же я. Воскресенье, насыщенный день, полная машина опять груза. Чем дольше я с пацанами здесь, с Валерой не скучно, говорит, о, стоп, вот и сало еще, вот, стоп,
Вот пропитка еще. О, забыл дать. Ну так вот друг друга выручаем. Вот уже и 10 часов вечера. Ну, сало тут, конечно, знатное. Тут сало классное. Тут же, наверное, он сказал, уже и соленое. Попробуем мороженое. Сало беленькое, классное. Дало льху строганную, но очень толстые брусы. Да, незаметно 10 часов уже. Вот такая природа у нас здесь. Подошла к концу.